Здесь получается, если мы за 1 час можем покрасить 7 метров квадратных, значит, производительность труда будет 7 метров квадратных в час. Если ученик, значит, у нас получается P2, это будет 4 метра квадратных в час. То есть далее идем P совместная. Совместная производительность P1 плюс P2, 7 плюс 4 дает 11 метров квадратных в час. Теперь получается, какую площадь они могут покрасить. Ну, в данном случае площадь это и есть работа. А это и есть P совместное умножить на T. P совместное это 11 метров квадратных в час. Мы должны умножить на время совместной работы на 4 часа. Здесь вот часы и часы сокращаются. Получается 11 умножить на 4, получаем 44 метра квадратных. То есть вот это и есть объем работы, который выполняют они вдвоем.